У Гомеля отбылася сустрэча старшыня Балвыканкама Владимира Дворніка з надзвычайным і паўнамоцным паслом Італьянскай Рэспублікі ў Рэспубліцы Беларусь Стэфана Б'янкі. Падчас яе былі абмеркаваныя пытанні, якія тычацца супрацоўніцтва паміж краінамі ў самых розных галінах. Дарэчы, сустрэча праходзіла напярэдадні візіту дэлегацыі Гомельскай вобласці на сусветную выставу «Экспо» ў Мілан, а таму сярод найбольш прыярытэтных тэм – супрацоўніцтва ў сельскагаспадарчай і харчовай сферах. Социально-экономичное супрацоўніцтва Италии и Беларуси можно назвать станоўчым прикладом во взаимоотносинах помеж краинами Заходней и Усходней Европы. И оно дало початок шерагу взаимовыгодных инициатив, которые были реализованы в самых разных сферах жизнедеятельности краины и в приватности нашего региона. За студень-красавик 2015-го товарооборот помеж Гомельщиной и Итальянской республикой склал больше за 33 миллиона долларов США. Экспортуются выробы шорных металлов, синтетичные нитки, цвіки, кнопки, помпы и их частки. Импортуются у региону основным машины, механичные и силовые установки, выробы с каменю. Объем замежных инвестиций из Италии в Гомельскую область в 2014 году склал больше за 16 миллионов долларов США. С уделом итальянского капитала у регионе организована вытворчасть сидорового обсталявания и выробов с древа. Створены предприемства у сферы громадского харчавания, оказания лизинговых и інших послуг. У целом, помеж Гомельщиной и областями Итальянской Республики подписаны шерах погоднению об супрацовництве у экономичной, социальной, гуманитарной и культурной сферах, а так само у галине туризму. По часу встречи официальных особ подкресливается, гэты узаимоотносины что год дают действенный выник, однако спыняться на досягнутым не варто. Необходимо и далее развивать относины помеж регионами наших краин, освоивать потенциал кожного из них и уособлять у житё новые суместные взаимовыгодные проекты. Программа моего визита в Гомельскую область была весьма насыщенной. Я посетил несколько гуманитарных ассоциаций, которые уже много лет занимаются проектами по оздоровлению белорусских детей в Италии. Это очень важный и серьезный аспект сотрудничества между нашими странами. Также посетил предприятия с итальянским капиталом, зарегистрированные на территории Гомельщины, и убедился, что здесь созданы все условия для развития бизнеса. К тому же со стороны местных властей есть большой интерес в плане развития и расширения связей, в том числе привлечение итальянских инвесторов и бизнесменов в ваш регион. Для продолжения культурного сотрудничества посетил дворцово-парковый ансамбль, который уже не раз принимал различные наши культурные мероприятия и выставки. К слову, несмотря на то, что это был довольно краткосрочный визит, он охватил все самые важные сферы нашего нынешнего и будущего сотрудничества.